Так, это одна из наших аудиторий, да. Так, присаживайтесь. Моя самое лучшее место — это подальше от учителя. Вот чем дальше, ну, блядь, что? Тем лучше. Вы готовы? Да. 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 Так вот, наша работа не такая уж и легкая. Наши самые главные задачи — это сопровождать души, ну, умерших все-таки в иной мир, отводить их туда и напрямую их отдавать самому мистеру Ганате. Вот. Мы должны соблюдать покой, и если мы все-таки пойдем в мир душ, то мы не должны его нарушать. Мы обязаны, ну, следить за равновесием между двумя мирами, иначе будет кабздец. Все-таки, ну, есть договоренность между мирами. Я пока пойду проверю, все ли тут в норме. Хорошо. А давай. Вот. И сегодня будет одна из экспедиций, и мы пойдем, ну, относить души, ну, в мир иной для их упокоения. Но сегодня у нас есть новичок. Здравствуйте, мистер сэр, представьтесь классу. О. Здрасте! Меня взяли из Коко Мелонов. Я новый хайп. Я школьник. Меня зовут Иван. А если без шизофрении? Буцефал Айс. Это мое загробное имя. Буцефал Айс. Сразу видно, мультиков насмотрелся, да. Мистер Шер Бучифан, так как Ice. Вы новенький, и мы все-таки заботимся о своих сотрудниках, я на вас пожертвую одну из самых дорогих и драгоценных документов, как индульгенция. Она будет, ну, защищать вас от всяких душ, и я надеюсь, что вы поставили все-таки мой ресурс-пак. Слышал по мистер Фуси, дурак, блядь. У меня бумажка. Бумажечка. Вот. И она будет вас защищать и избавить вас от всех ваших грехов. О, спасибо. И мне простят то, что я нихуя не участвовал в создании города Отсо-Сити? Нет. Да. И мне простят то, что я нихуя не участвовал в жизни сервера? Очевидно, нет. Конечно же. Тут грехи на другом уровне. И мне простят то, что я не проводил суды уже полгода. Мне кажется, это что-то большее, чем... Конечно же, да. Да. И мне простят то, что я аукционы уже очень давно не проводил. Конечно же, это можно легко исправить. И мне простят то, что я взывал мамок Чебоксаров. Чтобы... Может, его кинуть? Мистер Бутифан, сядьте, пожалуйста, на ваше место. Итак, вот, самое главное, что ничуть не забыл. Мы должны каждый месяц приносить души людей, чтобы поддерживать наш контракт о вечной молодости. Так что, мистер Сэр, теперь вы относитесь к нашему контракту. А я тоже буду вечно молодым? Да, да. Ультанули. Ультанули. Ну, вот. Все, главное, носите с собой индульгенцию и не выпускайте ее из рук, а то это очень опасно. Ладно. Так, а теперь, я думаю, пора пойти все-таки в иной мир, чтобы отдать наш долг. Какую индульгенцию? Ну, и это самое. Я вам индульгенцию дал, она ж дорогущая. А что? Два ара. Ну же, зачем? Да понятно. Что ему там будет? Пусть увидел потенциал в нем. А что, если его убьют? Конечно, нас защищаешь, но все же. Что-то какой-то нервный в последнее время. Да, что-то как-то... Ну кто вы? Там... А я... как вы понимаете, как здесь идти в этих лабиринтах? Так мы здесь работники. Каждый месяц, да. Работаем на протяжении нескольких лет. О, а мы здесь так. Были уже. Ну что ж, идем. Так, теперь мы идем в комнату с порталом и отправляемся в иной мир.
Только соблюдай порядки и новые миры. А что делать? Ну, не иди туда, куда не просят. 4-0. 4-0. Мне кажется, тут немного дверь закрыл. Жги морой. А, закрыто. Видимо, пора идти через катакомбы. Да, надо через катакомбы. Обход. Ну, блин. Так, ну, в следующий раз следите, чтобы никто дверь не закрывал. Да. Она что, только с той стороны открывается? Да. Подождите, да. Тут очень легко заблудиться, поэтому аккуратно. Так, не разбредаемся, то заблудимся. Хорошо. Идите за мной. А ты как все помнишь? Я работаю. Да, мы тут работаем. Мы работаем здесь, ё-моё. Так, спускаемся ниже. Если что, свечи укажут истинный путь. А, точно. Поворачиваем, так, новичку, поворачиваем, мы-то закрытыми глазами все помним. Поворачиваем. А это... Блин, можно историю, кстати, рассказать? Да, в древние времена это, короче, была древняя семья императоров. Вот, королевская кровь, возможно, ваши предки, я не знаю. Вот. И, ну, они... Ваша королевская кровь. Да, и да. Грузинская фамилия. Отлично. Да. Вот. Ну, к сожалению, против них взбунтовался их же народ, и на них наняли либо киллера, либо еще кого-то. Ну, и убили как их младенца доброго, вот, их слуг и, ну, их самих. Интересная судьба. Вот. Ну, и все они теперь тут похоронены. Ну, и потом, типа, ну, ладно. Нормально. Погнали, погнали дальше. А главное не отставать. Тут очень много исторических личностей. Конечно. А есть те, которых я знаю? В общем, вы знаете Мэри Джейн? А? Вы знаете Мэри Джейн? Мэри Джейн. Ту, которую... Про которую рэперы поют разные? Не, которая была женой одного из героев, но она умерла. А, да, да. А, реально? Мы здесь храним самые лучшие души. Вот, смотрите, на прозапас. Вот, мы можем пройти. Где-то тут была... Вот, смотрите. Не помню, кто это, но, по-моему, он был не очень хорошим человеком. Зачем мы его храним? А... Ну, вот. Надо бы потом выпустить, конечно, наверное. Не, не надо. Да. Я не хочу еще раз это проходить. Ну что, мистер Сербо, тихо, пройдите первым. Куда? Как новичок, вперед. Коридор. Давайте скорее. Я прошел, теперь ты. Заходите. Нет, первый. Ой. О, добро да. пожаловать. Вперед! Погнали. Ну что, добро пожаловать в иной мир. Поехали. 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 Меня забыть не забыли. Забыть не забыли? Стрыгиваем. Сразу атмосфера меняется. А нас тут уже и паромщик ждет. О, здорово, братанчик! Здравствуйте, давно не виделись. Привет! Здравствуй. Прости, мы тебя, кажется, забыли. Да. Садитесь к паромщику. Да, нормально. Слушайте, вы самый крутой, вот реально, среди всех. Вот я вас реально уважаю, мистер паромщик, потому что, ну, вы, ну, хотя бы, ну, реально, ну, не пиздите. Вот это вот. Как кто бы пиздел, ваши... блядь? Ты меньше пизди, блядь. Ой, сейчас будет такой свет в глазах, вы не пугайтесь. Ё-моё. Будет довольно ярко. Нельзя перегонять паромщика. Заметили, сразу атмосфера поменялась в этом месте. Только аккуратнее дальше. Знакомые места. Не приковывайся взглядом, которые будут тебя окружать. Аккуратнее. Здравствуйте!
Мелшер? О, давно я здесь не бывал. Это деревня душ. Добрый день. Особо контактировать с ними ты мало сможешь, поэтому да. Ты пока не. Вы новичок, вам доверием не очень, скажем прямо. Так, Тимош, тогда пообедаем пока. Давайте сходим в ресторан. Да, давайте сходим. Значит, смотрите, это деревня душ. А я слепею, я слепею. Можно антислепим, пожалуйста. А можно поздороваться с поваром? Я даже знаю этого повара лично, конечно. Так вот. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте! Добро пожаловать в ресторан «Шакальчик». Присаживайтесь, присаживайтесь. Музыка такая, как будто, бля, это ебейший ресторан. Чё, а тут как-то... Кушать? А как кушать-то? Чё-то... Ну, души они умеют летать, а мы, видимо, нет. А. Тут нормально, нам все дадут, все, да. У них, понимаешь, ну, свои порядки. Я слепею. Они могут дать непривычки. А, ладно. Да, и скорее всего. А что вообще, какое меню? Ну, по-моему, это золотая морковочка, там золотые яблочки. В этом мире едят только золотые плоды. Вообще, знаете ли, многие едят вот так. Ага. Но... Мы так не можем. Как пойдет. Слушайте, ой, мне кажется, этот мир, ну, не особо отличается. О. Ты пока, ну, просто привык к старому, поэтому ты не видишь отличий. Мистер Фуса, нужно... спасибо, у меня уже спасибо. Хватит. Мне хватит, реально. А почему тут, так. Ну, обычно, как наоборот делается, что стол по центру, а сидеть по бокам? Это не наш мир. Это иные порядки, привыкай. Ладно, хорошо. Ты заметил, с тобой тут никто не пиздит? Тебе, блядь, не доверяют еще. Не, вообще, я бы здесь бы уже бы поселился, потому что еще никто ко мне не подошел и не сказал, можно вопрос. Ты бан, кемперство бан. О, что-то знакомые отголоски. Вам кажется, это просто потому, что ты в мире душ, ну... Память, да. Старому. У тебя в голове эти голоса. Это будет отдельная глава в твоем учебнике. А вот этого я помню, он еще вчера живой был. А что с ним? Бля, его все-таки ФБРовцы трахнули. Он просил, чтобы его не трахали. Деревня душ. Тут души люди, ну, как бы, давят свои, как бы, понимаешь? Его трахнули ФБР. Там дерево, моё любимое. Они бродячие, дерево. Поэтому... Я как-то... Священники когда-то пытались поселить здесь настоящее дерево, но они его забросили и бросили тут. Я его взял под свою опеку. Mm. Вот оно. Чудесное дерево. Да. Смотрите, первое живое дерево в этом мире. А это вы сюда вот как-то перенесли его, типа? Да. У нас есть, ну... Дальше это долина, там до следующего поселения далеко, лучше туда не идти. А это реки спермы? Долина. Нет, это почва. Нет, это не сперма. А. Жалко. К сожалению, конечно. У нас есть еще парк тут. Пойдем, Фуса. Можем еще пройти по парку? Старайся много с водой не контактировать, конечно, нормально, да. Блять! Мне сказали то, что в этом мире нету руняши, это правда? Это правда. Да, смотрите, летают. Я говорю, идеальный мир. Летающие мои самые любимые. Они более, ну, скажем, доброжелательны. А мистер Пятерка сюда отправился? Нет. Его еще нет. Итак, их обычно сюда не отправляют. Заключение мира. А почему об этом никто не знает? Ну, потому никто что это творится между знать. Высшими силами. Иначе наступит паника в обычном мире. А, ну, будьте знаете, уверены, у меня рот на замок. Человек. Никто от меня не узнает. Никто не должен узнать. Никто. Никто не узнает от меня. Никто. Ну ладно, не старайтесь, паромщик. Нам куда-то дальше надо плыть? Давайте, паромщик, ведите нас. А подскажите, как ваши глаза? Через сколько они... Через 6 минут. Пока, я поплыл, пока. Паша, иди, Паша.
Ты куда? Куда? Стой, стой, блядь. Мы в унитаз Фефыва, давай, пока. Блядь. Алло, да. Алло. Погнали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Конечно, вода в этом мире удивительно чистая. Капуч меня да. Не тащит. Осмотритесь пока вокруг, я не знаю. Ну это унитаз гигантский, да? Да. Нас, походу, туда засасывает. Ну, как будто бы ощущается, что да. Ну, это привычное дело. Ой. Вам нормально там? Сейчас утонем, паромщик. Вы контролируете свои оргазмы? Ну, вы смотрите поаккуратнее, реально. Вот здесь надо встать. Ой, ой, блядь! Ай, блядь! Ай, ой, блядь! Нахуй! Погнали. Ну вот паромщик и привел нас. Где наш, ну, работник новый? Я? Мне кажется, нам вот надо немного подождать, чтобы было лучше. О, сколько нам надо подождать? Вообще, как тебе? Сейчас. 5 минут. Пока расскажи, ну, ты уже адаптировался. Почти, можно сказать, что так. Как вам наш мир? Да. В будущем ты сможешь взаимодействовать вот с теми, ну, людьми, что наверху. Ну, как людьми, ну. Знаете, я хочу вам открыть вам тайну. Так. Вы тут уже были. When? Where? When? Но было дело. Не помню точно, да. Мы с вами тут прогуливались. Но вы ни хрена не помните. Хуя несешь, ебаный! Интересно, почему? Да, да. Хуя. Что это? О, водичка. Это вам. Ой. Старайся ничего из мира душного не протаскивать, это запрещено. А это мне подкинули. Ну хорошо, хорошо. Да. Ну пока, я ну, прошу прощения, хотел бы а здесь можно основаться. Паромщик, извините, а может, ну, я, ну, извините, за такой вопрос, да? Я просто еще ни разу вот межгалактический на свай. Вот это. Не прямой поцелуй произошел. Сейчас произойдет. Блять, как это? А я сейчас еще модненько так стану. Вот это да! Ой. 3 минуты качественного контента. Капает. Очевидно, да. Да, я думаю, нормально. Тебе снова придет нас отругивать. Надеюсь, нет. Ну, надеюсь, он глаза на это закроет. Гляна чебарил. Ладно, пока, пока нам надо подождать, я могу вам спеть. Давай, давай, давай. Кури, не кашляй, парень, кури! Гля! Что? Показалось. Не так. Кирилл! Походу еще реально не адаптировался. Кирилл, что с твоим голосом? Курил! Я реально поздоровался! Курил! На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после им перданул. Не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке. Сейчас. Исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Еще 4 минуты 42 секунды. Нет, может, пойдем. А почему здесь нету святых коров каких-нибудь? Да, вот. Какие святые коровы? Ты понимаешь, что мы сейчас спустились?
Но, к сожалению, да, вот он называется не позволяет. А. Ой, порочный лес. Извините, я вам хочу вернуть вашу чебару. Рассказываю. Порочный лес. Да, я пока лес. Тоже не чебарю. Это место, куда отправляют души на исправление. Ага. Ну, собственно, тут не до святых коров. Ты заметил здесь, ну, здесь жители крайне благосклонные и добрые. Что? Смешно. Пиздец. В этом мире задержка, типа, пинг, да? Да. Там связь разрушена. Ну, ты понимаешь, как бы, ну, блядь, мы-то в отрыве от оболочки. Иногда, ну, это бывает. Пинга с Ростова. Ну, да, нормально. Можем пока пролить по лесу, прогуляться. Я думаю, да. Жаль, сюда, конечно, души сюда обычно не заглядывают. Здесь очень красиво. Да. Но некоторые души еще не исправились, как вы услышали. Я полагаю. Гля, нашел секретку. Что это? Кинь сюда что-то. Ты не видел ничего? Ты о чем? Не, не так это работает. О, Фуси, привет! Hey, you! You're rock'n'roll! И тебя сколько минут? 3:10. Может, уже пойдем? Сейчас мне звонят сейчас, извините, здесь ловит, оказывается, мегафон. Да, здесь ловит, но недолго. Алло, да, этот... Мегафон поймал просто там этот... Блядь, не включается мегафон. Алло, да, мегафон. Вот, хватило. Да. Не для взлета. Донаты летят, как из пулемета. Привет, пятерка. Оформи роспись в ВК. Блядь, слушай, даже из этой реальности видно, что у тебя стена не открыта, поэтому соси. Там ставки Елк показали. Ждем реакцию гения. Ну, подписывайтесь на его телеграм сначала, Гена очень ждет эту игру, и нормально будет. Да. Здравствуйте, у меня все звонки закончились. Абсолютно все? Да. Ё-моё. Абсолютно все? Ссылка на звонок в описании, да. Там ловят. Вот, подождите, ловят, вот нормально. Есть души людей, почему здесь не так. Могут быть души коров? Так осознанные это... души. Для них осознанное место. Ладно. Для каждого вида живого существа свое место. Понимаешь, мы люди, как бы мы поэтому здесь. Мне надо, чтобы у меня темнее стало в глазах, правильно? Правильно. Ну вообще, сейчас, секунду, я знаю, к кому обратиться. Здорово, братанчик. У тебя есть что-то, ну, типа, чтобы темнее стало в глазах? А вы просто подольше посмотрите. Я могу здесь помочь. Ой. Нет! Ой. Да, ну... Ой. Ну, в принципе, рабочий метод. Это. Слушайте, а пока метод-то агрессивные сработал. Души. Метод-то сработал. Да? Реально. Метод сработал. Глянь мне, что. Пойдем, потушишься, что ли. По сути, это штука потушись. Феникс, если она напечатана на одного человека. Да, это просто агрессивная все, душа Фуси, появилась. Всё, Фуси, всё нормально, не мне помогли. Вторая индульгенция, которую мы на вас тратим. А где? Сука, ты что, издеваешься? Всё, спасибо. Это пиздец. Это пиздец, блядь. Мы под... Идём. Мы теперь 2 миллиона долг, блядь. Ротиком будет забавно. Ну пойдем. Нам сюда 100%. Пойдемте. Пойдем. Я прям как знал. Ты такой гений. Я нам гений. Направо. Нам ой. Направо. Нам направо, да. Очевидно, по таблице нам направо. Ладно, хорошо. Ой, блядь. Сейчас вы познакомитесь с, так скажем, провинившимися. Да, провинившийся, конечно, здесь очень более агрессивно, аккуратнее. Ты можешь к ним, кстати, даже подходить, когда мы подойдем однажды. Дорогие, живые, дорогие господа. Добро пожаловать вновь. А? Ну, вот. Нас, видимо, кто-то преследует. Я видел капибара. Вам показалось? Капибара?
Капибара. Блин, это топовый заклятый, заклятывающий Витаси. О, сочиняет, да? Вот это вот не топовый вид, блять. Вот это что за хуйня? Да. Это моды ебаные, моды. Ну, мистер Батисал. А скажите, пожалуйста, пока мы здесь, я у вас хотел спросить. Вот сюда вот попадают, вот туда, да, наверх, души людей. А души фури куда попадают? Они не попадают, они пропадают. К сожалению. У них нет души. Не из нашего мира. А. Ну и давай себе там сдать. Ладно. Ну, а вы у меня хотели, извините, что-то спросить, да. Вы, как новичок в нашем ритуальном бюро? Ну, я хочу вам дать честь открыть нам пароход, ну, святым топором. Белым топором по темному. Мы там не просрочимся по поводу сдачи душ? Не, не просрочимся, пока есть время. Вроде бы. Ну, ну это... давай, чё стоишь? Ну, блядь, вот, ну, вот, не, вот, тут... А-а-а! Давайте иначе. Нет, белым я сделаю! Белым по темному. А нам всё туда нормально. Не надо, нам не надо туда. Туда нам надо. Нам надо идти туда. Мы сейчас сначала на них проверим. Ой. Интеллигенция, да, она спасает всегда. А, она да. Сохраняет вас. Ты, главное, держи ее при себе. Нормально. Так, будьте немножко тише. Лучше их не раздражать и все такое. Я как бы, ну... Не знаю, что... К ним можно, конечно, подойти. К ним, конечно, можно подойти. Но... Аккуратнее, пойдем. По факту нас это защищает, поэтому ну, нормально. О, господи. Вот они. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Смотри, вот что будет, если к ним подойти. Пугающий. А что, с, а что с ними стало? Это агрессивные души. Негативные такие. Этот вообще более ёбнутый. Пиздец. Ну такой забавный. Ебанушка. Ну тогда, да, да. Они поэтому в клетке. Хорошо, будете их выпустить. Мы подходим к месту, которое называется. Сдача цвет мета. Да, 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 да. Да, да, да. Ну. Мы тут вообще немножко будет, что здесь живет сам Геннадий. Охуеть, хорошо. Да, хорошо, по-моему. Нет, конечно. Это связь с реальным миром, погоди. Хорошо, мама. Связь с реальным миром. Так. Я тоже люблю, мама. У него тоже здесь мегафон? У него связь, да. Тут, тут мегафон, будет пиздец. Тут же души живут, им нужно как-то общаться. Ура, наконец-то. Ой, все. Итак. Давайте поуспеваем. Так. Хотите сами поставить души по местам? Ну да, я уже буду как работником. Четверо, встаем на позы. Те самые. Прошу вас, сэр, это ваш фонарик. А что мне с ним делать? 6 штук. Да, все, вот они. Мне вам сколько 6? Отдать? У меня 9. Ну, остальные 5, потому что мы... Давайте 3 мы потом в хранилище положим, оставьте себе. Нихуя, я не понял, сколько мне себе оставить? Оставь пока все, пока оставь все. Ладно. А куда их ставить? Ну... Сейчас, сейчас. Что, встаем? Их нужно ставить, пойдемте. Так, четверо. Давай. Четверо кто-то. Давай. Чтобы и не новички, встаньте на пьедесталы. Так точно. Где четвертый? Она за... ну... Давай. Так, пойдем. Дадим тебе возможность поставить. Ставь их на блоки золота. И нам нужно будет подождать, и из них выйдут души. Вот, на золотые блоки, прям. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, да. Остальные не выкидывай, не смей даже. Да, храни еще потом поставим. Итак, остается только наблюдать. Читайте там свои молитвы, что угодно. У меня пенис во рту, поэтому сами.